Что за ягоды крыжовник? Много ли пользы от крыжовника? Есть ли противопоказания к употреблению крыжовника? Смотрите видео до конца и узнаете, что полезного в крыжовнике. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Крыжовник – довольно распространенная ягода. Кусты крыжовника растут практически повсеместно, только меняются названия, внешний вид плодов. Что полезного содержится в ягодах крыжовника? Ягоды крыжовника имеют кисло-сладкий вкус, могут быть зеленого, желтого или красного цвета. Это диетический продукт, он имеет минимальную калорийность и содержит низкую концентрацию глюкозы, поэтому употребление крыжовника не грозит повышением уровня сахара в крови. Ягоды содержат витамины С и Е, флавоноиды, пектиновые вещества, медь, фосфор и железо. В спелых ягодах есть серотонин, вещество, улучшающее настроение и способствующее нормализации жизненных ритмов. Какими свойствами обладают ягоды крыжовника? Крыжовник – довольно полезный плод. Он оказывает положительное воздействие на весь организм, способствует улучшению работы нервной системы и органов пищеварения. Вот только некоторые положительные свойства, которые приносят употребление этой ягоды. Первое. Способствует пищеварению, содержит растительные органические кислоты, улучшающие работу тонкой кишки, способствующие лучшему усвоению пищи. Второе. Усиливает моторику кишечника, приводит к ускорению эвакуации шлаков из толстой кишки. Третье. Помогает очищению печени и почек, вызывает усиление синтеза и выделения желчи. Ускоряет фильтрацию почек, то есть обладает желчегонным и мочегонным эффектом. Четвертое. За счет высокого содержания пектина вылавливает молекулы холестерина. Приводит к снижению уровня холестерина в крови, оказывает благоприятное воздействие на обмен жиров, что является профилактикой ожирения и атеросклероза. Пятое. За счет микроэлементов и витаминов стабилизирует нервную систему, снимает воздействие стресса, улучшает состояние клеток головного мозга. Шестое. Являясь натуральным противовоспалительным средством, положительно скажется на состоянии суставов, поможет преодолеть последствия артроза и артрита, улучшает состояние суставных поверхностей и состав внутрисуставной жидкости. Седьмой. Красные ягоды поддержат зрение, поскольку содержат лютеин, положительно влияющий на глаза. Всего горсть ягод охранит глаза от воздействия ярких солнечных лучей и излучения компьютера. Восьмое. Оказывает витаминизирующее действие на организм, поставляет большое количество биологически активных веществ, способных нейтрализовать действие свободных радикалов. Крыжовник помогает очистить организм и способствует нормальному обмену веществ в каждой клетке. Девятое. Благодаря содержанию тандема, аскорбинки и железа, помогает синтезу гемоглобина, успешно борется с анемией, способствует улучшению снабжения тканей кислородом. Десятое. За счет высокой концентрации биологически активных веществ стимулирует правильную работу иммунитета. Позволяет организму противостоять различным патогенным микроорганизмам. И это еще не все положительные свойства, на которые способен незаметный маленький крыжовник. Хотя есть сорта, в которых ягоды имеют большие размеры, они янтарно-желтого цвета, и из них варили царское варенье, вынимая из каждой ягодки косточки. Варенье имело ярко-зеленый цвет и подавалось на стол царю. Но кроме положительного воздействия, ведь есть и отрицательные стороны употребления крыжовника. Каждая палка имеет два конца. Так какие отрицательные воздействия может оказать крыжовник на организм? Противопоказаний к употреблению ягод не так много. Конечно же, индивидуальная непереносимость. Не стоит использовать в качестве десерта крыжовник, если обострились проблемы, локализованные в желудочно-кишечном тракте. То есть имеются язвенные поражения в желудке или кишечнике, возникла диарея, ухудшилось течение хронического колита. Если подобных проблем нет, то ешьте крыжовник на даче прямо с куста. Собирать и есть его можно всей семьей, это весело и полезно. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал.
При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!